Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я бы хотела взять вас с собой в нашу семейную поездку в Адыгею. Сейчас 12 часов ночи, и я дособрала чемодан и ложусь спать. Завтра мы рано выезжаем, часов, наверное, в 7. Так что надеюсь, вам будет интересно. Кстати, едем мы на машине. Ехать нам долго, часов 10 или 11. Так что, если вам интересна вся эта тематика road trip, то обязательно досмотрите до конца. В общем, встретимся с вами уже завтра. В общем-то, мы наконец-то доехали. Сейчас я покажу, в какое шале мы заселились. Вот так вот это все выглядит с улицы. Пойдем сейчас покажу, что внутри. Небольшая ванна. В целом шале скромное. Мы нашли его буквально за сутки до выезда. Мы, как всегда, протянули до самого конца. И вообще счастье, что мы не остались в машине ночевать. Ну а так, в целом, вариантик очень неплохой. Все чистенько, простенько. Окошко есть. Правда, сейчас темно, ничего не видно. Но я думаю, потом будет неплохой вид. Я вам еще завтра при дневном свете прожу. Должно быть прикольно. Такая кухонька. Так выглядит второй этаж. Тут тоже окно. Как открыть-то, господи. Ну и последняя комнатка этого чудного шале. Выбивается из цветовой гаммы домика. Ну, как есть. Я уже говорила, что это вариант на скорую руку. В целом, мне все нравится. Очень симпатично. Всем привет! И сегодня второй день нашей поездки. И сейчас мы собираемся на завтрак. А далее, думаю, поедем уже смотреть красоты Адыгеи. Боже мой, ну какая красота! Просыпаться с видом на горы. Хотела бы я себе в квартиру такую комнату.
как в Гарри Поттере сова на указателе. Немножко напоминает сумерки. Ну что ж, хотелось бы подвести итоги нашей небольшой, однако очень насыщенной поездки. Если вы любите горные массивы, вообще в целом красоту природы, то я вам очень рекомендую посетить Адыгею. Однако мне не хватило немножко развитой инфраструктуры. В целом были некоторые проблемы с едой. Не с самой едой, а с местом, где можно поесть. Ну а так, это в целом все мелочи. Когда я пересматриваю фотографии красивейших гор, рек, то я сразу забываю обо всех минусах, так что если вам тоже это откликается, то я вам очень рекомендую посетить Адыгею. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам было интересно. Если это так, то не забывайте писать комментарии, для меня это очень важно. Увидимся совсем скоро и пока-пока!